Здравствуйте! С вами любимая компания «Электромотор» и хотим представить вашему вниманию частотный преобразователь торговой марки Hyundai N700E. Торговая марка Hyundai зарекомендовала себя на рынке уже давно, и частотные преобразователи данной серии довольно часто покупаемы. Так как частотный преобразователь работает со синхронными двигателями, то он позволяет значительно сэкономить на электроэнергии, ведь электроэнергия с каждым годом растет в цене, а частотники уменьшаются. И благодаря этому чудесному устройству вы сможете окупиться по электроэнергии через 2-3 года уже. У нас большой выбор данной модели. Эта торговая марка произведена в Корее. И данный двигатель устанавливается в шафах, то есть частотники вставляются в шкафах. С чего он состоит? То есть данный частотник должен быть, чтобы возле него расстояние было 5-10 сантиметров, чтобы он охлаждался. Здесь мы можем увидеть кулер, с помощью чего он охлаждается. Я вам покажу его поближе. То есть данное такое устройство. Затем у нас здесь есть кнопочки управления, управлением частотой тока и оборотами. Смотрите, здесь есть кнопочки, позволяющие поставить вам необходимую программу. Смотрите, например, функция это включает меню, затем вы можете перемещаться по ним и запрограммировать. На экранчике вы увидите, какая частота, вы можете ее увеличивать с помощью кнопочки регулирования, уменьшать. А что у нас здесь есть также под коробкой? Смотрите, самое главное в частотном преобразователе и двигателе – это заземление. Здесь вы можете его подключить для частотного преобразователя и для асинхронного двигателя. Затем клеммы для подключения питания нашего преобразователя RST. Дальше здесь даже видно для подключения питания мотора. Здесь у нас U, V и V, W. Дальше у нас есть колодка со всякими подключениями, дискретными и аналоговыми. И что самое основное, это шилдик. То есть смотрите, здесь вы сможете подобрать к данному частотнику двигатель. Как его подобрать? Самое главное, это какой ток нашего преобразователя. То есть номинальный ток преобразователя и номинальный ток двигателя подбирается таким образом. Номинальный ток двигателя должен быть не больше, то есть меньше, либо равно номинальному току преобразователя. Так же само смотрите мощность. Мощность должна быть у электрического двигателя не больше, либо равна номинальной мощности преобразователя. Гарантия на данное устройство дается 12 месяцев, но сервисных служб очень много по Украине. Вы всегда можете обратиться. В поставку данного частотного преобразователя входит сам частотный преобразователь, упакованный вот такую коробочку картонную. Затем у нас еще есть здесь инструкция по эксплуатации. Она здесь не на нашем языке написана, но на нашем сайте вы сможете скачать уже на русском языке переведенное. Звоните нам, спрашивайте, мы подберем вам частотный преобразователь либо этой торговой марки, либо, может, вы хотите подешевле. У нас есть отечественные производители, у нас есть очень большой ассортимент, позволяющий вам сэкономить, защитить ваш двигатель. И набирайте нас 5-300-38.